на цій сцені з'являється дуже багато, тому що ви їх підтримуєте. Тримати наш вибір, нашого... Сегодня здесь собрались друзья нашего президента, который... Хватило ума и здравого смысла для того, чтобы не подписывать то, в чем заинтересованы, для того, чтобы расколоть наш союз с Россией. Мы один народ, русский народ, и нас расколоть невозможно. Основной бюджет Украины идет с востока, и если мы его порвем, то есть он у нас просто погибнет, развалится в случае вступления в эту лужу европейскую. Так не будет ни пенсий, ни студентов, ни университетов. Евросоюз, видите ли, пообещал нам помочь и не помогает, не выполняет. Так что же идти? Они же обманывают нас, обманывают. И мы останемся с носом. Поэтому я считаю, что правильно президент поступает. Хорошо было бы, чтобы его поддерживали все. Здравствуйте, дорожки! Украинские люди! Со своими советами к другим государствам там выставили. Это невозможно. Делительные заводы. Это были предприятия. Владимир Федорович, в каком плане? На всю сцену выходит народ